Привет, с вами Наталья, на своем канале «Вкусняшки от Наташки». Сегодня будем с вами делать вот такой вкусный, красивый, сытный салат ветка сирени. Ну что, начинаем делать салат. Салат слоеный. Покажу, какой он в середине. Вот такой вот салатик. Грибочки. Вот такой вкуснячий. Вот такие вот слои. Очень вкусный, сытный. Готовьте, друзья. Очень вкусный салат. Итак, для этого салата нам понадобится куриная грудка 500 грамм, грибы шампиньоны свежие 300 грамм, 4 куриных яйца, майонез, 1 средняя морковь, 2 луковицы для декора, свежая свекла, сок светлый понадобится, и еще листочки, либо петрушки, либо кинзы. У меня в данном случае кинза. Куриную грудку отварим, шампиньоны хорошо почистим, порежем, обжарим, поперчим, посолим. Морковь спассируем, порежем как на плов, соломкой и спассируем. И лук также порежем полукольцами, обжарим до золотистой корочки. Все, начинаем отваривать грудку, обжаривать грибочки, спассируем морковь и лук, сварим яички, все охлаждаем, начинаем готовить. Грибочки у нас готовы, у нас тоже готовы. Выкладываем все на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла. Яички отварили, будем их делить на желтки и белки. И через терочку, через мелкую протрем по отдельности. Отварили грудку, на прядки разделили. Сырую свеклу потерли. Вот для декора сок из свеклы. Обжарили до золотистого цвета лук. Грибочки готовы. И спассировали морковь. Будем заниматься яичками. Все на бумажную салфетку, чтобы лишнее масло сошло. Начинаем собирать салат. Берем блюдо, которое будем собирать. Все у нас готово. Яички мы разделили. Вот желтки от белков на мелкой терке. Потерли. Все готово. Майонез приготовили, чтобы сеточкой делать. Так, берем блюдо. Первый слой у нас курица. Первым слоем у нас идет курица. Теперь сеточку делаем с майонеза. Сеточку сделали. Теперь у нас грибы и морковь следующими слоями. Делим лук, который вот у нас пережаренный лук, делим пополам. Половину грибы, половину морковь. И смешаем. Следующим слоем у нас идет морковь. Слой с моркови. Снова делаем сеточкой майонез. Сеточкой майонез сделаем. Так, теперь выкладываем яички. Слой яиц. Опять сеточка майонеза. Теперь выкладываем грибочки. Грибочки снова сеточкой майонеза покрываем.
И последний завершающий слой у нас желтки, яичные желтки. Так, теперь берем посуду. Будем красить для сирени, будем красить для листочков, для декора свекольным соком. Вот желтки. Вот так примерно хватит. Так. Вот одну чайную ложку. Две чайных ложки. Так, если недостаточно, еще половинка примерно чайной ложки. Вот так будет достаточно. Так, берем наш салатик. Белок у нас остался, оставшимся белком. Вот, украшаем. Теперь берем зелень, петрушку или кинзу. У меня в данном случае кинза. И украшаем наш салат. По желанию можно добавить вот яички. Яички подкрашены у нас свекольным соком. Можно добавить майонез. Буквально пол чайной ложечки. И сирень наша готова. Вот, формируем цветочки сирени. Все, сирень наша готова. Вот такой красивый, очень сытный, аппетитный. Готовьте, друзья. Если понравился рецепт, подписываемся на канал, ставим лайк, не забываем про колокольчик. Вот такой салатик у нас красивый. Веточка сирени готов. Всем пока-пока. До скорых встреч.